Трагедией завершился фестиваль в честь бога мудрости и благополучия в индийском штате Карнатака. Погибли 11 подростков. Они утонули во время выполнения одного из обязательных ритуалов. При погружении в реку массивной глиняной статуэтки бога Ганеши лодка перевернулась. В ней находились 18 человек. Семерым удалось доплыть до берега самостоятельно. Тела остальных извлекли из воды спасатели.